Hello and welcome back to Russian with Nastya. How are you today? Как дела? У меня отлично. Today we are going to learn some Russian jokes, or how we call them in Russian, анекдоты. Анекдоты are fictional short stories. In Russia we tell them at parties, friends or family gatherings. Anecdotes can be about politics, stereotypes, religion, professions, women, men, blonde women, children, life and death. Basically about everything. Some of the Russian anecdotes have one specific character. For example, Vovochka, diminutive from Vladimir. There are a lot of anecdotes with Vovochka as the main character. Or another character is Vasily Ivanovich, and more others. Today we are going to look into some funny anecdotes. I chose for this first part the easiest ones. Before we start, make sure you are subscribed to my channel, so you get notified every time I upload a new lesson. And let's start! Поехали! Anecdote number one. Вы такая умная и красивая. Почему вы не хотите выйти за меня замуж? Вы же сами только что назвали причины. Не знаю, какой подарок купить жене на день рождения. Спроси у нее. Что ты? У меня нет столько денег. Мне почти 60 лет. У меня много денег, и я очень люблю одну красивую девушку. Как ты думаешь, будет лучше, если я скажу ей, что мне только 50? Я думаю, что будет лучше, если ты ей скажешь, что тебе 80. Вовочка, кто сделал твою домашнюю работу? Не знаю, я рано лег спать. Какое сегодня число? Не знаю. Вот газета. Но она вчерашняя. Как ты думаешь, что такое экзамен? Экзамен? Я думаю, что это такая игра, когда один знает, но молчит, а другой не знает, но говорит. Вы любите гулять одна? Да. Я тоже люблю гулять один. Давайте гулять вместе. Подсудимый, ваше последнее желание. Я хочу выучить китайский язык.
Сегодня мы изучаем все формы глагола «стоять». Я стою, ты стоишь, он стоит, она стоит, мы стоим, вы стоите, они стоят. Вовочка, повтори, что я сказала? Все стоят. Вам пиво? Нет, я на машине. Пожалуйста, чай. Через минуту официант приносит пиво и говорит: «Вы уже можете пить пиво. Вашу машину кто-то украл». Как можно разделить 6 картошек на 7 человек? Надо сделать пюре, ответил Вовочка. That's all for today. I hope this was fun. Let me know in comments below. Connect with me on all my social medias. I've got Facebook, Instagram and Twitter. Thank you so much for watching. Спасибо за внимание. Пока!